Самая главная авиакомпания аэропорта Шереметьево «Аэрофлот» заявила о сокращении количества рейсов в Китай. Связано это со все еще бушующим на территории Поднебесной коронавирусом. Из-за опасности заражения многие туристы приостановили свои поездки в китайские города. Спрос на билеты упал. В итоге до 29 февраля отменили ежедневные рейсы Су-200 и 201 между Шереметьево и Пекином, а также Су-208 и 209 в Шанхай. Сокращают частоту выполнения рейсов Су-220 и 221 Шереметьево-Гуанчжоу-Шереметьево. Полеты в этот период будут выполнять по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. В связи с эпидемией коронавируса ранее приостановили чартерные рейсы из РФ в КНР. Авиакомпании продолжили только вывоз российских граждан из этой страны. С 1 февраля также ограничили регулярное авиасообщение. Остались только рейсы Аэрофлота и нескольких китайских авиакомпаний с прибытием в терминал F аэропорта Шереметьево.